Всем привет! Вот и подошел к концу первый месяц лета. А с какой погоды начнутся первые выходные июля, расскажу вам я, Валерия. В пятницу 30 июня утром температура воздуха составит плюс 15 градусов. Вечером столбики термометров покажут плюс 17. Облачно с прояснениями, возможны осадки в виде дождя. В субботу 1 июля утром температура воздуха составит плюс 21 градус. Вечером будет плюс 18. Ясно, преимущественно без осадков. В воскресенье 2 июля утром температура воздуха составит плюс 23 градуса. Вечером будет плюс 20. Ясно, без осадков. Всем хороших выходных. Будьте в курсе новостей при любой погоде.